Привет, друзья! Слышите этот шум? Это у нас шторм. Уже четвертый день ветер свистит. И как бы для поиска очень интересно. Может быть, что-нибудь и выбросит. Сейчас идем на пляж. Вот такие у нас песчаные барханы, которые двигаются. Ну, друзья, и погода. То дождь, то снег, то град. Шторм. Полный пипец. Никак погода не настроится. Видите, что творится? Море штормит, друзья. Очень сильно при том. Вот такой, ребята, шторм. Волна, видите, как далеко уходит. Уходила. Сейчас чуть-чуть подстихла. Пойду вдоль берега. Первая монета, ребята. 50 копеек. 2004 год. О, чего я не ожидал найти на пляже. Ха-ха, ребята. Патрон. Холостой патрон. Стреляный. Ну, видать, осечка, видите, да? Не разорвался. По пути мне встретилась вот такая птица. Она просто сидела и отдыхала. Я не думаю, что это подранок. Скорее всего, просто очень молодая. И она просто устала бороться с ветром. И просто сидела и сушилась. Но к себе не подпускала. Ну что, ребята, не стал я подводить итоги на берегу Черного моря, потому что практически невозможно разговаривать. Итог не очень интересный. Как вы видите, монеты все окисленные. Большая часть, конечно, окисленных. Ну, попадаются еще вроде бы как, которые можно еще почистить. Вот такой патрон. Попался холостой с осечкой. Более-менее интересная монета — это, ребята, 10 копеек 86 года. И состояние ее, вы знаете, намного лучше, чем вот эти вот монеты, которые ходят у нас сейчас, так сказать, в обиходе. Вот так вот раньше делали, друзья, монеты. На этом я заканчиваю обзор или поиск, как хотите. Так что, друзья, всем пока, до встречи.